Сегодня рассмотрим элемент номер 6. Работа обратной стороной. Закрытие. То есть в болонском фехтовании есть понятие филодрита, филофалса. Мы работаем именно вариант филофалса. Если говорим про пустые руки, то это работа обратной сабли на закрытие, либо по диагонали, по горизонтали, если есть необходимость сверху. Как это мы можем использовать тактически? Когда выставлена рука, простейшим действием это работает по кисти. Не замахиваемся, не подтягиваем. Это сразу вот с места, либо снизу, либо сбоку с переходом на атаку. Таким же образом, если есть возможность, мы атакуем лицо. Как вариант, мы можем использовать это в виде замаха, но через ложную атаку, чтобы заставить противника двигаться. Поэтому начало чуть-чуть медленнее, чтобы противник увидел действие. То есть этот элемент внутрь всегда может быть именно замахом с переходом на любую дистанцию. Если мы говорим про использование пустой руки, при атаке в корпус смещаемся и предплечьем сбиваем. При атаке в лицо то же самое. Закрываемся. Если у нас есть возможность, мы входим в противника обратно саблей. Этим местом висок, предплечьем висок, предплечьем в область шеи. Если мы попадаем в клинч именно этим же движением, серповидный удар в основание черепа. Ну и, соответственно, то, что часто используют айкидошники, это мы вход и фронтальный вход. То есть здесь то же самое, мы можем сместиться и войти. Опять же, еще как вариант можно использовать, если противник закрылся в варианте пустых рук, мы можем сделать вариант на раскрытие, то есть зацеп с последующим переходом, сбив и последующий переход. Все движения цифры 6, это все идет на закрытие. Раз, два, раз, два.